такой интригующий, того требует. Это фон, это упоминание о каких-то реформах, переменах, каких-то геополитических предприятиях Екатерины Великой. А между тем, следует отметить, это, в общем, помнят все серьезные исследователи, между тем 34 года правления Екатерины Великой были временем значительных реформ и во внешней политике, и во внутренней политике, и в социально-культурном отношении. Мы не забываем ни про флорентизм, ни поражение, ни про поражение Пугачевского бунта, это все знают. Но нас интересовали другие аспекты. Аспекты историко-культурной и художественной целостности екатеринского времени. А эта целостность, она возможна только если представить себе важнейшие перемены в жизни страны, происходившие в эпоху Екатерины Великой. От попытки создания нового уложения до греческого проекта, до внешнеполитических акций, связанных с русско-турецкими войнами, и вплоть до присоединения к России южных земель. Вот эти основные темы, они, собственно, и поднимаются нами на мысли. Ограничено, определенно, вот как важнейшие перемены историко-культурные в жизни страны, отразившиеся в историко-художественном развитии державы, в ее художественных связях с зарубежьем, с Европой, в собственном художественном историко-культурном развитии страны. Вот это те важные страницы, наиболее значимые, которые мы оттенили на выставке.